Баку нефть добывают, наверное, везде. Вот заканчивается город, набережная, и сразу же стоят нефтяные платформы. Вот там море за ними. А весь берег таких вот нефтедобывающих агрегатах. Даже просто гуляя по парку, можно увидеть нечто такое. Это тоже нефтедобывающая установка, которая работает нон-стоп. Просто она ограждена. Туда попасть, травмироваться или что-то, наверное, сломать. Но как такое, эта штука здесь не одна. Наверное, уже три или три будет попадать на пути. Город стоит на самом берегу Каспийского моря. И нефть добывается тоже. В том числе и на берегу Каспийского моря. Это здесь, в этом месте, где суша, тоже был Каспий. Поэтому логично, что нефть здесь под землей тоже есть. А вот, кстати, еще одна такая штуковина. Имеет место быть, но это вполне себе работает, поэтому я вам ее и решила снять. Вот так добывают нефть в Баку и в Азербайджане.